Всем приветик, ребята! Сегодня мы с вами откроем вот такие вот шарики Чупа-Чупс, Филли. Это вот такие милые лошадки. Посмотрите, как ярко выглядит шарик. А вы открывали уже такие? Напишите нам в комментариях. В первом шарике нам попалась вот такая милая поняшка розового цвета. Грива и хвостик у нее тоже розовые. А также попалась вот такая корона бирюзового цвета. Вот лошадка в собранном виде. Ну как, нравится? Напишите в комментариях. А теперь давайте посмотрим вкладыш. Как много здесь поняшек в коллекции. Вот бы собрать всех. Жалко, что не подписаны имена. Есть только номера. Какая вам больше всех понравилась? Теперь давайте вместе с вами открывать следующий шарик. Снимаем фольгу. Внутри вот такой вот шоколадный шарик. Очень вкусный. С надписью Чупа-Чупс. Разламываем. Вот такая капсула полупрозрачная. Открываем ее. И нам попадается новая лошадка. Тоже в разобранном виде. Грива, хвостик и корона отдельно. А вот мы уже собрали ее. Она другая. Белая с сиреневым хвостиком и гривой. Корона тоже бирюзовая. А в третьем шарике нам попалась новая поняшка. Вы только полюбуйтесь, беленькая с бирюзовой гривой и хвостиком, а корона уже желтая. Какая вам поняшка больше всех понравилась? Напишите нам в комментариях и подписывайтесь на канал. Пока-пока!